Я много ожидал, типа, Бен Стиллер за Круибала, там, за Муция. Негров. Ну, сука, хуй. Вкладку отдельно сделайте для вот этого всего. Так, это же судилка, типа. Так, о, я создам канал тогда в Дискорде. Тихо, блядь. Сделай, сделай, я буду слушать. Ебать, еще бы, если бы вы пиздели раз в пять поменьше. Этот, как ты говоришь, Хулидринку, а кому еще там? Зози. И Зози, а кто еще там? А. ВЛФГ плюс, ну. Я чуть ГП вам не дал. А чё, танчит кто-то эту хуйню? Хукмастер ван холит и танчит. Я понял, блядь. Чё, танков нет? 10%. Не знаю, но 103 человека. Вы же сказали, у вас есть ВЛФГ. Зози, а кто еще? Викторка, который. Да, Викторка. Но у Гамазека это основной спек. Так, ну я еще. Еще второй раз за ТТГ или не надо. Ладно, не буду. ТТГ не А тебе за то, что ты. А, ты ж хилил, ёп. За то, что я вообще просто есть, нахуй. Викторку возьми в пати. В ЛФГ 3 плюса. Ага, сейчас. Блять, вот вижу. Я думал, вы уже ребра стоите, что-то долго. Короче, я тебе. Вы просто завидуете. Тебе кинули? Ты кинул ему сумон? А с кем ты чихан? Короче, я пошел бить мобов в поху. Сам прилетишь. Замоните масло куплю. Ну нахуй тебе масло, просто хуярить. Ой. Без смазки, без ничего. Да, на сухую. Короче, даю крылья, нормально будет. Че там говорят, реворкнут паладина, будет просто спам лужи, да? Лужа, 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 лужа. Ну, типа того, да, лужа, экзорцизм. Кринж. Нормально. Гнев небес. Они попадание это сделают 100% или надо будет кап меткости собирать? Ну это да, надо 18% меткости собирать. Пиздец, кринж нахуй. Более просто. Опять не надо. По-моему... Надо в холле, ой, в этом, в РДД, короче, шмоте ходить. Кринж. Пиздец, одна ручка лава. В РДД шмоте, думаешь, профит от дохуя будет? Ну, наверное. Короче, делаешь холи пал, одеваешь Т4. На ретрика, понял, да? Шмотки, короче, 4 одеваешь на ретрика, остальное все на это, на холи пала. И ШМ, и нормально, да, будет? А не, нет, там уже дикие концепции были с одноручкой и щитом гонять ретрику. Типа, одна ручка на РДД, а щит танковский, чтобы еще у тебя от удара щитом дамаг шел. Типа гибрид. Короче, я все понял. Вот как выпусти, так и посмотрим. Да какой-то кринж сейчас говорите. Не, ну самая эта фишка, видишь, там будет написано, про, если, ну как, прикреплено к таланту. Если у тебя талант последний не вкачан, короче, то у тебя не будет Т4 работать. Ага. Ну это как обычно. Чтобы не было вот таких гибридов. Помню, блядь, на дыркуле две кнопки и похуя. Ага. На дыркуле у леди, нахуй, 14 тысяч, 14 лямов, нахуй, хп, блядь. То ли у нас тут сотка, нахуй. Ее первый раз выпустили, вообще 180, или сколько там было? 180 лямов, нахуй, попробуй убей, блядь. Трэш бьешь, контролишь, нахуй, ну там пиздец. Там 25 деревьев, сейчас 16, по-моему, всего было лямов, нет? Или 160? Нет, почему? 103 ляма, стандарт у него. Стандарт 25 гера. Ну а сейчас здесь 163. Ну это нормально. Ну это нормальная прибавка. Для нас ДПС-то, блять. Он сколько, блять. На циркуле, если 25 челик дает, то считалось, он вообще бог, нахуй. Ну да. А ты там всяк. Тут, блять, ноунеймы, нахуй, лицом по клаве, блять, Т4 на ДК собрали и хуярят. Нихуя не понимаю. Ой, это, блядь, не надо, то давай не будем. Ну, в смысле, я не имею в виду совсем, ну просто, блядь, любой бабуин может захуярить. А чё там? Давайте, блядь, надо в тим. Чё там, лут какой-то? Да, говно. Тут только налоги. Блядь, нельзя лицом кататься, а на остальных можно. А чё вы чилите в начальной стачке? Гандальф тут нет? Прием. Так неинтересно, блядь. Так не пойдет. Ты даже не гражданин. Чего, блядь? И него, чё тебе? А чисто дедовский прикол, не обращай. Вы не были на гимне. Ты на завтра 3 ДЦ?
Так у кого-то холик же есть. Да не очкуйте, ёбана в рот. На завтра я будет. Я не ДЦ, я чисто вон это. Он на подсосе. Я чисто хуйня. Я могу не кидать шелды тогда. Это сидите, короче, ничего страшного, это не придумывайте. Иди, ну, типа, плохому танцору только яйца мешают. Или не только. Я забыл, как там правильно. Так, подождите. Короче, я рыбу ставил, нет? Нет, рыбу поймал. 2 ДЦ, 1 холик. Нормальный сетап. Колбасу мы видим в бане, ждем, дядя Ваня. Ты что, быканул? Да. Счастливое детство вспоминаю. Извините. Сетап ебанический. Не, сетап топовый. Ну, если типа рейд вайпанется, пизда вам всем. Нихуя себе. ГП дам нахуй. Хело трудле тут. Ну чё? Чё, все кто? Раз, два, поехали, блин. Яхай, блин. Так, как ретриком дамажить? Крылья, правосудие, буря, да? Буря, правосудие. Так, удар войда света. Это. Что, на дистанцию никто не пойдет? Похуй, я не пойду. Я ретрик. Если кто умрет, лужи, нахуй, пизда. 25 гп в макросе. Так, а танка 2 всего лишь? Если они не упадут? Смотрите хилы, гомосека побольше захилите. Если прокнет ревностно, имейте в виду прям все сливы на него. Только не одновременно. ДПС это много, оказывается. Так, а кто сколько собирает? А, мастер. Я бы одновременно не отказал. Я, короче, подошел к ребру и дамажу. Он не успел бурю дать, не повезло. Ну, проебал ДПС. Да. Вагон. Чистый экзорцизм откинул издалека. Ничего. Или он опять ушел от меня. Что это за ник, Джон? Я его к себе поманил. Он ко мне прошел. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Блять, да ты сказочник. Спасибо. Неужели лужа? Я из нее вышел. Хилы, вас 4 человека могли сдохнуть сейчас. Что вы делаете? Побойтесь бога, блять. Так, наш Завчук говорил. Вилаша, нет! Быстро ультрадур и ресы, гомосек таунд бабл. Быстрее, быстрее, быстрее. Пожми. Не прохил был? Дал каплю ему. Нет. Вилаша, даю каплю. Блять, не дается капля. Да ну нахуй, что за хуйня? Блять, смерть. Пиздец, ну нахуй. Ну шипы давайте бейте, бичи. Какие шипы тут? Все танков уронили. Ясно, нахуй. Я говорю, бичи. Заходите в лужу, блять. Ну, Ракшен не везет, блять. Хилы моча. Хилы моча, танки моча, блять. Пиздец, нахуй. Нахуй я вас спекнул, блять. А шо, султанчик не хочешь на ханте? Да, спекуюсь обратно, вот. Ну, типа, в 6 хилов идти, это вообще пиздец кринж, нахуй. Предметы вашей экипировки утратили 10% прочности. Полученное исцеление смотрим и Вилаша. На первом месте Рэкшейн. Магнит, умрите уже. Карбонара омоложение, покрытие самприор 20 тысяч. 20 тысяч, серьезно, блять? Ты стоишь, рейд ничего не бьет. Нет, ты не понимаешь. На друиде же я единственное, чем могу, по крайней мере, там природа его догнать. И когда его на фул выкидывают, паладин он всегда быстрее вытягивает. Я просто не успеваю физически. Избыточно. Ты не успеешь на кнопки, ты даже. Да не, я видел, у тебя избыточное. Ты 20 тысяч всего лишь 3 коста дал покрыть. Короче, ясно, нахуй. Ну, типа. Ого, он хази, хази ливнул. Ну он на лорде, посмотри общий хил на лорде. Хази, ты куда ливнул? Я на ханта пошел, потому что это залупа. Давай, Вилания в хпала нахуй.
Могу видос про хилов скинуть в флудилку. Два хэпала, надеюсь, не уронит танков. И давай, может, третьего танка... Нам хватает видосов твой, да. Может, третьего танка еще спекнем? Я скину. Понятно. Кто спекнется? Арбас. Давай. То это моча. Вообще, 6300 для меня это много здесь. Я тут обычно меньше выдаю. Лучше не спекаться. Приносишь поликлинику. Ты спекнулся. Да пускай арбас лучше, чем ты. Ты с шемом побей, бля, что тебе в танк? Благодарю. А тебе врачиха такая выходит из кабинета, говорит, ну это моча. Ты-то хули дринг седьмое место вон даешь. Арбас, смотри, 9000 дает. Пускай, давай ты побей, потому что мы будем, блядь, год бить нахуй эту хуйню. Я не могу видос бить. Зато тактику выучите, бичи. Ну, блядь. Да не очень так-то 14 на 9 тысяч менять. Жрите рыбу. Релакс, детка, блядь, 6000 ДПС, пиздец. Тыкаем. О, у нас два ханта есть. Вы еще на ренджу отходите вправо-влево. Слышали ханты? Там же разбегашки делал. Ну, он у него только 2Т10 и 2Т4. Там зачем ты поляков скинул? Заодно это когда, короче, скажешь Авилане, как там хилиться с этими хилами нормально, нет? Окей. Влани уже преисполнился. Да. Волонир тебя вот ждет. Отопьюсь. А. Какой волонир, блядь? Эх, помнишь, еще вчера на Синдре диван давал уже. Какой вчера, блядь? Это ебать, в ноябре был. А, нет. Принимайте, да, блядь, это пиздец. Ну, у нас время не дохуя, типа, вот так вот сидеть, чилить, нахуй. Карбонар это тут. Там еще... вроде 25, да, ГП за АФК. Ну да. За АФК, ну, 200. Миллион. Ну это на усмотрение РЛ. Ну в 25 это минималка, 25-50-100. Типа если, блядь, 3 раза выкашать, типа по 10 минут, можно и сотку иметь, кикнуть нахуй вообще. Типа если я без предупреждения. Ну так-то разное бывает. Что-то случится, может старуха сверху затопила, блядь. Охапка. Чап. Костяная бабка. Ну, бабка, это страшно. 13 тысяч. Экзорцизм нормально. Я вижу. Вишь, тьму. Блять, капюшон сполз. Тьфу, опять капюшон сполз на глаза. Арбас сейчас отвалится. Не отвалится. Хан слева далеко. Бум спай каст. Бум спай каст. Сука, ну нахуй, чё за хуйня? Я бить не могу.
Тебя на кол посадить. Ну, блядь. Я думал, смешно будет. На куда? Бля, на кол. Насаживают, это грустно. Слышь, он куда-то еще говорит. На кукан. Сука. На куканиливай, да, грустно. Эх, хвост чешуя. Не поймал я ничего. Она унылая висела на крючке. Как там было? Опа! О, блядь, карбонара, как дела, блядь? Конечно, у меня все хорошо, чё. Чё за гадость? Я хилю, смотрю на меточки. На лодочке должен смотреть. Я и смотрел, как ты смотрел, блядь. И отвалился, блядь. Нормально. А, это хуёво, ГПшкой пахнет. Да и на букву Ю. Не, не должно быть. Должно быть, прости, шеф. О, прости, шеф, все, больше не повторится. Блять, похуй, да? Че говорить? Скажи, я пидор. Я шляпу поцеловал. Не я, ты. Нет, ты. А может быть ты? Нет, ты. Я понял, блядь. Есть там проблема? А может быть ты дурак? Я думал, сказать, скажет, а может быть и я, там еще, да. Блядь, мне кажется, это кринж начинается, нахуй. Так, из всех мейн нажал гомосек. Почему? Это кольцо с меткостью и скритом, нахуй, на тебе. А, фу, блядь, нет, не надо. На оф нажимают челики. Да я вообще пиво, блядь. Просто объясните мне, пивные пацаны, блядь. Вот Шадоу, оф, у тебя что, у тебя хил оф? Ультрадру оф, я понимаю, потому что ты мейн-код. Карбонар оф тоже понимаю. 228 не понимаю. Почему оф? Какой оф, блядь? Не понимаю. ДЦ, меткость и крит. Подумай еще раз. Не, я сказал, что я сову буду делать. Все равно так, сову я быстрее. Кому с вас просить не будут это дать? Да кому угодно отдавай, какая разница. Сова, самая шипешка, сова, шипешка. Самая профит на холидринку на распыл. Давай сове. Или Авелания на распыл. А, да. Лучше Авелания. Это холидринг сразу же все пылит. Цавидал. Я жду. Колосса. Ледяного. Это две секунды, да? Но. Идет выбор. Подождите. Жду хули. Релакс, детка. Так, релакс, детка. Вот тебе 50 гп. Так, обоссанные штаны никому не нужны. Надо кому-то? Надо. Ледринку. Так, сколько не было, надеюсь. Так, вот тебе лутер. А ты, это, бурю размутал. Что бурю? Размутал? Нет. Так может это мускулок, ёпта. А он убежал. Я хуй знаю. Значит, он бы написал в чат 100%, если он там вышел, был осколок. Он вышел с Диса, его нет Диси. Обиделся. Нихуя. Мужчины не хватает. Не хват контужен. Скорость поворота снижу. Попадание. Есть пробитие. С этим пробитием там в танках. Ну, рикошет, да? А ты думаешь, почему я паладина взял? Ну, понятно. Любишь, когда... А ты думаешь, есть... почему у меня ник так? Ты думаешь, почему он думает, блядь? Почему? Мысли следовательно существуют. Ну что он преисполнился, блядь? Тоже первый сдохнет. Давай посмотрим. Я. Так, подбегу к мобу. Опа, опа, блядь. Дал стан, короче. Багруха. Те, глупцы. Багруха. Багруха, хуй в ухо. Нет, давай. Господи. Что это было? Вы видели? Ну, чуть не умер. Вы ёбаный нехай, а. Костя умер. Ёбаный кебас. Ой, на где стоял, блядь, привели, сука. Дал крылья, бью паука. У кого? Сука, я сорвал паука. Да. Господи, надо их... Скажи мне спасибо.
Давайте их сведем. Даю печать повиновения. Дамажу одновременно два паука. Вот это да. Дал им стан. Смотрите, они станились. Подхиливаю флешкой Ниолу, иначе сейчас будет вайпрейда. Подхиливаю флешкой Рекшейна. Следующего кого-нибудь еще подхилю. Аланала подхиливаю. Вот это профит. И Ниолу подхилю, сейчас он сдохнет. Блять, прока на флешку нету. Господи. Что может, делать? Просто футбольным этим устроишься, как они там? Выйди с рейда. Комментатор. Я и так комментатор, блядь. Там денег столько заработаешь, больше, чем в охране. Правильно, к миникам лезет. Или ваш КС куда-то. Так, к миликам иди, череп. Не, не иди, бля, мы сдохнем. Чё чешешь, дядя? Ты бы сейчас видел, что Авила не исполнил. Ты не исполнил. С меткой в милизону нахуй, нахуй. Короче, за 15 секунд не успеете резнуться и прибежать сюда, вам пиздец. Привет, говорит, а это я. Не было меток. Ой, привет. 580 гп. Войд Ликчт ставит рыбный пир, смотрите. Ликчт. Ликчт. Как не, дела? Ну английский на уровне. У тебя хороший английский такой с акцентом, да? С немецким. Короче, я просто решил. Из Немеции, да? Я решил пулять босса, короче, смотри, хуярим. А, я понял. Блять, крылья КД надо было подождать немножко. На Ульдер подписался, в реальной жизни в жопу пойду. Я понял, кого не хилим. Короче, я когда-то смотрел гайд, что, короче, надо нажимать кнопки быстрее, и тогда ДПС будет больше. Сука. Нажимаю. Можно еще заранее. Да, а заранее. Если их еще так и в нужном есть порядке нажимать. То вообще пиздец будет, да? Да. Короче, я не знаю, нужно ли я порядке нажимать, но я нажимаю быстро. Прям. Нажимай все это прям. Я хулидринка не могу перегнать, он у него шем, это все объясняется этим. Да он задонатил, чё, блядь, донатил. А, по-любому, еще на трэше накручивать, я тогда соло босса бью, блядь. Да. Печати. Ну правильно, нахуй трэш бить, блядь. Смотри, я даже из-под босса не отхожу, блядь. Хильте Войда, чё за хуйня? Алло, блядь. Я сказал, что хильте Войда. Я подхилил себя, не нормально там, выжил. Самохил артист. Экзорцизм 14420. Помощники, 2 секунды. Помощники вышли. Помощники. Бля, жалко, что буря нет. Под крыльями несется, ёбана. Нет, не убивай никого. Пород. С контролем. Ну еще круто. Ага. Ой, я его чуть не нахлобучил. Чуть не бал, не снес. Ну ничего, не жалко. Все, давайте герой переводим. О, Викторка, как дела, блядь, сейчас пизды тебе дадим. Виктор! Блядь, он вихер. Спиритс его. Спиритс. Виктор! Под вами выбегите. Под вами призыв, плохо. Призыв духа. Смерть и разложение. Спиритс. Призыв духа. Я читаю просто, что пишется. Так. Прикосновение незначительности Вилаша 2. Призыв духа. Прикосновение незначительности Вилаша 3. Нахуй дух в миле, блять, взорвал. 4 прикосновения. Призыв духа. Господство над призаном. Господство гомосек. Господин гомосек. Господство гомосек. Смерть и разложение, призыв духа, смерть и разложение. Один мили, один в РДД идет, идет на генда. Это на меня, это на меня шел, я его взорвал. Нормально, я уже хлопнул. Я сильный, я мой. Я хлопнул духа. Хлопнул бургер за здоровье. В РДД идет, в РДД в кого-то. Под нами плохой убегает. Прямо остаюсь в луже стоять. Ничего страшного, хилы захилят. Отдал масс. Удачи. Сакрусаса. Так, надо поставить. Меня это что-нибудь со мной сделаете, только не убейте. А все уже. Блять, кого захилить?
О, давно не видел. Женские наружи. Не надо. Женщины уже. Что с ними делать-то? Они в банк идут. Что с ними делать? Все, что с ними можно. Аукцион идут. Так, как слушай, шизофреника. Не надо. Блять, что? Надо допройти этот, как он называется? Я не знаю, вот это, ну, кольцо вообще берут друиды, нет? Ну, берут, да, если, ну, бичи берут. Дают, бери, бьют, беги. С хостой поинтереснее будет. Ну, тебя... Но у меня перекап, у меня 1022. Куда солить? Да, да, перекап. Так-то было бы неплохо. Ну, давай Гандальф. А у Гандальфа вообще хуйня какая-то. Надо ну, а так отдай Гандальфу. Так, а чё это? Подожди-ка. Полтинник. Еще третья шмотка какая. Спасибки. Спасибки. Пожалуйста. Здоровье. Спасибки. Обращайтесь. Мама смс-ка. Спасибки. Хочешь? Пожалуйста. Спасибки. Хочешь? Пожалуйста. Это как сигнал на телефоне смс. Смс-чик. Да блин, телефон это режим рации, неудобно, когда ты еще играешь. Это ж кошмар какой-то. Я понял. Девочка ругается, нихуя себе. Войт, Войт, ты это, сможешь параэлить женскую гильду параэлить? Сможешь? Нихуя себе, нет, наверное, не смогу. Мне кажется, они там параэлили. Не, у тебя щеки краснеть будут. Нет, мне кажется, они... Войт, они тебя загрызут. Да, не только... Их 24. Они Войда на кукан посадят. О, можно я? Нет, когда тебя будет кукан поднимать, они говорят, не бьем шпиль. Я... Меня выкиньте, я хочу в такую гильду. Сделайте такую гильду мне. Прикинь, захожу просто. Давай, говорят, девочки. И все девочки такие говорят. Назвать ее Гарем, да? Войт РЛ. Я не буду РЛить, блядь. Войт и Кода. Они там мной РЛить будут, блядь. Скажут, мечтай. Они скажут мне, как я Вилани, блядь, ты теперь хэпал, нахуй, тебе Вилани в него. Они тебя там, скажут, ну... обмажь нас маслом, давай. Жив тебе, не надо делать. Блядь, чуть чаем не подавился. Я тебе помог, я с тобой благородство играть не буду. Слава, запускай, я отойду минутки на три. Кстати, про маслице есть у кого-нибудь? Опа! С масленицей всех. Эй, блин. Делитесь, если не жалко. Пожалуйста. На корабль можно или не на корабль? Куда? На корабль или не на корабль? Ты что там, ёбнулся, что ли? Да. Можно на корабль или нет? Да похуй, или ну, что хочешь, делать что хочешь, можешь в трюм залезть. О, хорошо. А в трубе можно посидеть? О, ну посиди, блядь, я пойду, блядь. Кто танк? Ну, а я улетаю. Наша танк. Я улетаю. Я сильный. Я могу. Я смогу. Я точно смогу. Я понял. Мы тебя верим. Спасибо. Это Вилаш, а ты когда будешь с нами говорить? Когда у тебя микрофон будет? Когда-нибудь будет? Что надо сделать, это чтобы есть. Ты говорил? Задонатить 40 рублей. Надо просто подарить ей микрофон. Коня уже одного дали, надо что-то... Вперед! Так... Эй, а... Это? Ну ладно, я ухожу. Ой, бля, злой пиздец. Смотрите, я хуярю мага, тут никого нету, ни одного милика. Как дела у вас? Мага не фар, бля. Как дела у вас у всех вообще? Он забрал мой корабль, я с ним больше не друг. Хорошо, что мастера нету в дискурсе. Почему? Да не, ничего забей. Кто такой хук мастер? Это тот, кто мастер хук. Дот, на ПДЖ, на играет. Он такой хук дает. Он такой хук дает. Нет, он просто дает хук. Нет, я тоже думал, что он хукмастер, поэтому. А у него просто на майке написано хукмастер, поэтому он решил сделать. Не, хук это удар такой. Левый хук. Сразу видно, кто дед, блять, а кто это шпу. Я не дед. Почему? Расскажешь.
Да еще какое, бля. Блять, мне 25 лет было. Я когда бороду не брил, мне бабы по 40, по 45 лет давали. 15 лет назад 25 было. Ну, 10 класс. Она курит первый раз. А сейчас, сейчас я что, типа бороду если не побрею, вообще буду 60-летний, блядь. Вот, тебе пиво продают? Да. Без паспорта? Мне в 36 не продают. Это вообще жесть, нахуй. Ты охуенно сохранился, наверное. Да нет, просто мелкий. Мало играл с вами, да. Полтора. Зашел такой в игру, типа не сохранился, потом перезаходишь такой, блин. Да не, это вся генетика, на самом деле. Ты там простоишь, Эмилаша, еще нет? Простоит. Я надеюсь на это. Эх, каплю надо, нет? Я могу дать. Надо, не давай. От тебя все пью. С честью. Нифая. Вот так представить, вы все на море собрались, ноутбуки достали и у океана там рейдить вот это, да? Ага, и волна жесткая такая пошла. Без заряд. Волна исцеления. Ну так мы не дождемся никогда. Короче, я дал тебе каплю и себе бабл. Вот. Сейчас капля кончится, готовься. И частица 3 секунды и готовь. Давай, не зыбка какую-то сейчас прошибает сильно. А давай уже назад, по всему нас. Все, полетели назад, сейчас должны добить. А это снесется быстро. Надеюсь, сейчас пушки добьют. Вика, извиняюсь, отходила, у меня сестру в больницу положили, нужно было с родителями поговорить. Это кто? Все, она, это девочка Гендальф. А-а-а. Не показал себе ладно. Выздоравливать, здоровье там, всего хорошо. А чё? Да, живём вон рядом, прям соседи. А чё такое случилось? Да. Чё, заболел? Привет от всей гильдии. Ну вот не знаю, положили на обследование. Сегодня его забрали. Она в обморок упала просто так. О, и ничего не помнит. На МРТшку по-хорошему. Нервы, давление, и надо голову посмотреть. Угу, и нервы там. Ебать врачей нах. Градусник надо. Градусник нужен. Можно и без градусника просто. Я без градусника умею определять. Более лбом колбу губами приложил. Система поиска. Давай быстрее скидывай, короче, холидринку все. Поехали, пускай. Ага, но. О. Вот как ты фармишь голду, я понял. Так и фармишь. Значит, ага. Так, запускаю. А кто у нас будет в этом? Из хилов в ДД? Давай ты, это самое, Вилания в ретрика, посоревнуемся с тобой. Я тебя передамажу, блядь, смотри, блядь. Ой, блядь. Просто смотри, блядь. Помогу. Дядя. Ну давай-ка, да. Ну-ка, давайте на пул на Войда, блядь, а мы этого типа сделаем, блядь. Давайте-ка ну, там... на пул, блядь, на Войда спал. Ханты, давайте. Жаль, что не работает. Жаль, что Войд умрет. Заруба жалких, блядь. Вон там у вас масло на АБ бросить есть у кого-нибудь? Дайте масло. Нет никакого масла на СПД. Было, но... сливочное есть. А куда офнулся гомосек? Блять, гомосек, ты где? Ёбаный в рот. Вот, я ТПшность куплю кому-то. Спасибо, Трипер. Трипер? Спасибо, какой трипер. Еще Трипер? У кого? А Рипер? Рипер, ребят. Давайте без Триперов. Я себе, да. Рипер или Трипер? Трипер. Криптоивил, наверное. Он трепец. Трипер, блять. Трипер. Сука. Короче, блядь. Стики там для начала боя. ДБМ слетел. Ой. О. 7 секунд, понятно. Блядь, где фласка? Понял. Смотри. Давай, сука, давай. Я тебе покажу, блядь, ДПС. Давай. Пиши там. 28 тысяч критую просто. Такого ты никогда не видел. 20 тысяч просто нихуя. 20 900, блин, вообще нормальный дамаг. Благо я такого не видел. Да. Сейчас я еще вторую банку выпью на хосту и вообще нормально будет. Я даже без банок. А, я понял, блять. Я уже прорываюсь просто. 20 секунд осталось, я выпью банку.
разрывает просто. Роковой год, можете мне не верить, зато он тебе. Ой, блять, все забей. Я был под этой, под. Блять, пищащей мудростью. Я понял, блядь. Как дела, нахуй? Я думаю, где дамаг. А он врет, врет, он просто проиграл. Я выпил вторую банку. Можно даже посмотреть на аптайм. Печати. Ты зачем смотреть? Ты просто достойно проиграл достойному противнику, блядь. Ой, блядь. Хорошо, нахуй. Сейчас просто вторые крылья откатятся, блядь. Я даже так, блядь, обогнать тебя могу. Сержу заебал, дай понапуливай на Войда, блядь, сейчас мы его сделаем. Не, Сержу, давай-ка на пулу в Вилане. И Криптоэл тоже. Всем на пулы. Всем по на пулу. Сержу, давай в полидринка на пул, нахуй. Ебаный в рот, блядь. Ой, чё ты Войд скатываешься? Руги бесполезные. Зато он тебе, пожалуйста. Не, руки... Войд, смотри там. Руки нормальные, ребят. Через 20 секунд. Забери, пожалуйста. У меня сейчас крылья будут уже. Скоро. Так у меня тоже будут. Я тебе боб дам, блядь. Блядь, я по тебе потом боб дам. А он не дается, да, под крыльями, наверное? Шо? А кто с кем зарубается? Сука, не смей. Так, кто с кем зарубается, сейчас монетку кину, ебанут боб второму. Так, все, поехали, крылья. Под крыльями, по-моему, не должен давать, или дается. Странно. Не, под крыльями нет. Ничего, пока. Я еще, блядь, приоденусь, нахуй. Я хули в говно всякое одет, 259-й. Токены не апнутые, нихуя. Напать. Шем. Да уже который раз, они на меня прыгают. Да, гуляет, гуляет нам. Арбаза, спасите. Это там сколько говорил у тебя крит? У тебя арбуз был занят, и ты такой арбаз, как арбуз, да? Как хардбаз. А да. Почему? Сколько я там дал? 16к всего, что так мало? А ты 16600, ГЦ, блядь. Потому что я, блядь, с печатью мудрости беру. 48 секунд. Кринж. Боешка. Боешка. Буешка. ИДСик. Что это за 16 тысяч, блядь, вот у кого-то? Хуета. Защитник надо кому-то? Хуета. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Так, покоритель надо кому-то? Но у меня два, куда их солить, что ли? Мне нет. Ну, ладно, конечно. Квестик. Зуждена еще. Хуета. Прекращай. Надолго отойти, Ракши? 20, нихуя себе. Уже иди, хули. Сколько? Кому отдать? Аланалу или Зози? Кому с вас? Али отдавай. А кому? Али? Пугачёва? Али. Али. Аллочка. 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 Аналочка. Уважаем. Чё вы думаете, бля, некрасиво, бля? Красиво. Красота не только внешняя, но и внутренняя, бля. Я понял, бля. Кринж. Торжественно клянусь, ну, что замышляю шалость и только шалость. Шалость, давай диспель. Я, бля, бегу еще. Там умеют вас диспелить, Авилания и Неола. Шадоу, Рэгшейн. И Вилаша сдохла. Ну как, нахуй? Как дела у вас там? О, вагоны. Чё, совсем бичи, блядь? Хилов вроде нет. А Вилании нету просто, блядь. Вот и всё, нахуй. Ну, превращение было. Ну, а Эниола с Карбонарой чилит, нахуй, да? Гомосек, давай это Унтима был, блядь. Да я только пришёл, как и Кан, притянь. Работаем, блядь. Брать. Пришел я просто и спас вас.
Он спас нас. Он спас нас. Да, летит подруга. Там эти финальные изменения по Т4 выкатили. Да? Что, Валечка, Валечка, о, Алиси есть у него наш сам? Да, значит, там завтра завезут обнову. Они там ссылку оставили. На Т4 обнову? Там написано финальное обнову Т4, то есть копаем. Так, да, как завезут обнову, ретрики будут по 35 и башать. Финальная обнова, самая финальная обнова, самая-самая обнова. Просто 30к будем давать. Миллион, блядь, друг в друга ложи заливать. Все, короче, все анрол. Все, я буду 30к завтра давать, нахуй. Следующий все матч. Когда завтра? Войду. А, у Вайда есть. Отойди, ща ему въебу. Ну можно ему раз, ёбну. Был анекдот. Где? Нихуя себе. Не, курсак Джордана нахуй надо. Понятно, зажрался, блин. Леброн уложит. На распыл реагентом. Не, Жорик это тема, ты чё? Иноагент. Курсак релач. Кого там души? Дуду. О, пошло да. Короче, блядь, там протопал будет пиздатый, надо все в стамину вбивать, блядь, пиздец. О, я пиздатый. Так а чё там протопал? Ну-ка. Короче, щит праведности активирует щит, поглощающий весь урон в количестве равном 12% от вашего максимального запаса здоровья. О, нормально. Когда щит исчерпывает свой запас прочности или его время действия заканчивается, происходит кращий всплеск, наносящий всем противникам в радиусе 8 метров урон от светлой магии в размере 75% от вашей силы атаки. Еба. Ну все, возьмите меня в хрен, пожалуйста. Т4 собирать пора. На попало, значит. А у меня есть, возьмите. Хоть куда. Не возьмем. Пожалуйста. Ну правда. Короче, ретрик. Освещение увеличивается на 2% за каждый 1%. Рейтинга скорости максимум 100%. Освещение вместо своего обычного эффекта теперь наносит урон от магии света противникам в радиусе 8 метров от заклинателя. Экзорцизм дополнительно наносит, ну короче, коэффициент экзорцизму увеличит от магии света, и короче, экзорцизм будет вешать дотку. Охуенный реворд Т4 на ханта, они поменяли, сделали, расставили. Это, ребята, это все хорошо, конечно, давайте, это, только ну, чтоб рейд не превратился в вайп, нахуй, потом прочитаем все это дело, на досуге, так, как говорится. Короче, надо все в хосту, ретрик. Еще 200 хосты. Там и урон от самого экзорцизма, и когда... Дотка вешается от экзорцизма, короче, увеличится урон от освещения, блядь. Да, это вещь. Короче, надо экзорцизм, одну секунду поделать. Единственное, из херово, что они сделали вот этот урон, который будет дополнительно наноситься у протопала, хуево, что от АП зависит. Надо ну, надо типа, и, если там коэффициент хороший на агро будет, если, ну, грамотный коэффициент, то если ты его... от АП. Нет, я не про это. Я говорю, если коэффициент вот этой обилки, которая бьет, если он будет хороший, типа, вот, упало какие обилки на первом месте? Что там? Удар вот этот, который мощный удар щитом, потом вторая хуйня и этот, тарелка. Тарелка, она, по сути... Должна быть на первом месте, но у нее большое КД. Вот. Если на тарелку ставишь увеличение урона на тарелку, но она бьет по одной цели. Т5 это потом все компенсирует. Т5 продлевает до трех целей, да, еще?
Т5, короче, смотри, получается, время действия тарелки сокращается на 27 секунд, то бишь у тебя тарелка будет 3 секунды кдшиться. Ставишь символ на увеличение урона от тарелки на 100%, у тебя будет она от двух кусков бить по одной цели, а за счет четырех кусков еще дополнительно добавятся две цели тарелки. Ленточка. На распыл. Ну я пароля у меня нет. А теперь можно в силу не вбиваться, получается? Или все равно вбиваться в силу? Равно. Пока ничего не надо менять. Это зависит от коэффициента обилки, которая убьет светом. Если коэффициент хороший, правильный, то если в силу набиваешь, то больше грамм будет. Ну это только на роботе можно записать. Тебе написали. Т4 будет 75% от АП. Ну вот если ты силу одеваешь, у тебя АП больше. Не, может проще тогда чистый АП сразу. Или там модификатор от сил сильнее. Ой, кринж, конечно, блядь. Че там, ленточку паролишь? Дайте кулак по хантам сделать. А можно вот шкаф сумануть всех? У нас АФК только Рокшейн, и почему-то нет еще трех тел здесь. Гендальф, я сейчас Анна за маслами бегала, наверное. Она сдохла просто. Ну. От масла. Вот, пожалуйста, троечка. Победа. Победная. Надо троечка. Босса как бы бить, потом бы рольнули, когда до босса бежали. Чего? Долго так. Так и шкаф не ставится. Вообще нихуя не делается. Ну, на Алтору, Виктору, как дела? Изнойло. Искрящийся морозный гриб, я понял. Слава, ты чё бафал? Я каски бафал. Я понял, тогда... Полидринка, там... ты можешь, ну, навести на баф, и там видно, чей это баф. Если где я должен? Стоит. Ничего мне не стоит. Когда не стоит, это хуёво. Когда не стоит, это хуёво, блядь. Согласен. Вот она. Не стоит, блядь, пора на покой. Как говорится. Мяха стоит. До тех пор, пока есть хоть один покой, надо смотреть мужчину. Обавьте восполнение маны, пожалуйста, паладина. Вот нет. Спасибо. Пожалуйста. Значит, спасибо. На реги скидываемся. Да, на реги пора скидываться так-то. Пожалуйста. Особенно, когда Вука трэш чистим. 4, 3, 2, 1. Газа, это обычное облако газа. Необычное и необычное, заебал. Вы психанулись? Короче, вызывайте скорую там. От старой бабки. Хорош. Я бабка. Я бабка старая. Внучок. Там Войду плохо, блядь, вызывайте скорую. Я хилю, нихуя себе. Все, дед с ума сошел. Ебать. Ну давай, Вольф, хили. Почему вы девочку плохому научили, блядь? Дед, говорит, с ума сошел. Спасибо, деда. Я съел. Не, ну для нее ты точно дед. Я понял. Кто знает. Дедушка. Дедушка, ау. Бля, Ленина съели. Я подмили. Он она точно валяется. Спираешь. Ленин с пирожкой. Здорово, начальник. Начальник, привет. Начальник, привет. У нас тут тепло. Котлетки в обед. И поторопись. Начальник, ты что? Внимание, блюет 5 тел вместо 3. Карбонара, Зунелтор, Гандальф.
Да, 2.8 и тролл, да как дела у вас там? Сука. Ну-ка, Ланал, дай повойду иннер. Нормально будет. Дай ему Ланал. Почему все ковер-вики мои хотят? Это кошмар какой-то. Сори. Ну а как? Как тебя называть? Гендаль. Легенда блока. Ты долбоёб совсем? Да. Ну это кольцо, кольцо. Папочка, у меня же получилось. Кринж, блядь. Нет, господи, не умирай. Гомосека выкинула, к хуям, перехватите. Гомосека выкинула, господи. Нахуи кинула. Вам пизда. Этот, а кто будет перехват? Ну, этот, Хулидринг, есть бабл с таунтом? Ну, там, в принципе, не, в принципе, похуй. Давай, до мужика бьем. Мариночка, что с ней? ГП выдали. Как дела, Вилания, блядь? На умерцы перегрызли. Я тебя перехилил, блядь. В смысле, где ты меня перехилил? Не знаю, ну, где-нибудь, когда-нибудь. Нету там. Здесь хорошо. Правосудие стырило тебя. Просто 450к нахилил им. Тепло и светло. Поторопи. Шахматы, телевизор. Все, Рихола разогнался. Сидим. Коробочки клеим. Ну, да. Давай, будь здоров. Ты увидимся. До обеда. Мне кажется, это надо прекратить. Кринж, блядь. Мне кажется, блин, на дистанции это приводит к деградации рейда. Ну, ушел куда-то, говорит, по работе. Кто деградан? Твой. Кто деградан? А можно шею хиловскую? На тебе вот. Фильм такой вообще-то. На тебе за это, блять. А будешь, что там за шея? Будешь носить это. Ты бы мне лучше боешку дал. Я так понял. Не было боешки. Можно эту самую шею хиловскую? Это не было, если есть. Это бичевская шея. Где боешка? Да, бичевская шея, да. У меня на хилена. Вон у тебя в сумке боешка. А, в сумке-то, да. Это кто, гомосек? Это гомосек. Тебе не нужна такая шея. Три боишки за рейд. Короче, Каминал. Я вообще офигеваю, сила гнили никому не надо. Как не надо? Я написал надо. Все заберу. Буду РПБ дурачком на паладине. Бурю крутить. Товарищ старший, да. Там только нормально. Хосту надо, а так хуйня. А куда? Я пробежал, да? Здравствуйте. Полидринг, это вы? Или я? Не распыляй! Нет! Ничего нету. Что тебе надо? Меня... надо шею на хила и кольцо не на хила, которое тебе РПБ, нужна, Республика шея. Беларусь называется. Можно? Мне все нужно. Сань, хуй соси. Буду доставать. Это, отдайте маги столик, блядь, я что-то... Да, отдайте шматье, будьте людьми, а не как обычно. Типа, извините. О, у нас новый синтек. Бля, там профиль упал. Что ему не надо. Не знаю, что такое кровь, блять. Почему-то никому на не надо. Давай, проверка. А шо, шею забрали? Да шею не дали. Понял, Она у меня. Шея. Она тебе нужна? Нет. А можно я заберу? Наверное. А я иду к тебе. Нет, 4 давай. Секунды. Я успею, давай. Я успел. Гомосек такой жизнерадостный, да? Что сладко курица. Кого курят? Никого не... Так, наверное, надо прохилить это. Точно, слизнево. Точно хилить нечего. Да, бог вам здоровья, добрые люди. О, вот это уж посильнее. У нас тут тепло. Ты сказал санитарам, а они тебе что ответили? Сказали, сегодня без штрафа, впредь будьте. Сегодня без клизмы. Не, клизму поставим. Дай бог. Ой. Что я слышу?
По всем нашим по слизи. Вот, пожалуйста. Так, что там по времени у нас? Я что, нанимался хилов хилить? Да. Хил хантов. Отдайте слизни. Косарь. Чудыня. Должен был косарь отдать. Здесь хорошо. Какие песенки еще знаешь? Всякие разные. Какие тебе больше всего нравятся? Какая твоя любимая песенка? Всякие это разные. Здесь так красиво. Знаешь, нет, знаешь такой... песенку этот? Мамонтёв? Нет. Нет, Нагана, ты неплохой. Нагана, ты супергерой. Нет, нет, Нагана, ты классный. Не начинай. Застрахуй, братуху, застрахуй. Я очень злой, я очень плохой, ясно? Нет, нет, Нагана, ты классный. О-о. Спасите, блядь. Спасите. У папа была собака, он ее любил. Чёртов знает. Я его убил. Вот вроде не весна, обострение, видимо, началось. Я понял. Да оно не заканчивалось, наверное. Февраль, короткий месяц. О, хорош. А, не, у меня 260. А, не, это 264. Надо. Да там хил озверел. Чё, видимо, такое? Разогнался чутка, ну. Кстати, как... Лёха слышит. О, я Войда перехилил на 0.2, да? Я ничего не слышу, мне со всех сторон. Войд тебя перехилил. Короче, где он меня перехилил? Смотрел этого Элима. Не выдумывай. Пул Т4-3. Не выдумывай. Почему ты показываешь? Скринка из Джайны, понял? И чё, и чё, и чё? И... Питы СПД Крит 32 куска выдает. Да это пиздец, ну я не знаю, нахуй, ну типа, почему у нас челики никто не дает 32, блядь? Тебе сейчас Хэл почти 28 выдал, блядь. Ну это в стоячую. А, да? Ебать. У меня стоячая. Вон, 27,6, нахуй. Нихуя. Надо Хэла на робота брать, блядь. Это вообще Хэла пиздец. Надо. Подождите, не лутайте квест, этот, мы бежим. Слышите, бежим. Передайте кто-нибудь Валенту, нахуй, чтобы он и Лема делал, блядь. Я ебал Уинха, нахуй. Я ебал Валента, подождите, не лутайте квест. Уже все. Передай мне это Анджело. А, спасибо, люди. Он обязательно сделается. А ты будешь делать Валент Элима? Ну, потому что Энх, он такой, ну, типа, я не знаю, не пиши к пизде рукам, блядь. Вместе такой, с Аршамом. Такой, всякой, понимаешь? О, боешь. Опа, чё, там теперь этот, БКшные камни падают в сумках? Да. Да, просто не понял. Не выдумывай. Боешки летают, там. Можно я повожу права? У вас дефицит элемов, что ли? Вообще совсем-совсем? Ты Вилаша это все говори, слышишь? Вилаша, можно я потанчу? Ну, в ПМ лучше. Нет, не хуярь это в голосовой, и в ПМ. Не хорошо, не хуярю в ПМ. У всех элемы только твинки. Ну, кроме Хэла. Ну, по идее, у меня мейн это паладин. А, ну, у меня вообще, фон? Да, у меня вообще как бы два персонажа, ну, равноцельные по, ну, одежде. Виктор, не плачь. Ляха, у тебя 24, 3. Козявки мне твои очень нравятся. Да ладно, не понял, переживай. Тут все тихо, не... Ну, кстати, чтобы теперь понерфили, надо ему 25 собирать. Не переживайте, просто это все хуйня. Скоро нерфанут боссов процентов на 10-15, и похуй будет, то там 30, то 20 да. Дает. А обнова выйдет паладина, 35 будут подавать пулевую. Вот тем более. Комбаты череду теперь будут жать каждые 15 секунд. Прикольно. Нормально. Просто а стоишь в лужу, даешь и 35 типа выдаешь. Там КД 2 минуты, берешь символ на... КД на 1 минуту снижается, и у тебя еще на 2 Т4 снижается на 45 секунд. Нормально. Леха, сколько у тебя Т4-3? До этого минуты, было? Полторы КД было. Минута КД было. Надо еще 2. Теперь 15 секунд каждые? Да. Я понял, комбаты, да, взлетят? Да.
Не знаю. Но она не дамажила почти. Череда вместо обычного своего эффекта теперь рассекает цель, нанося противнику и всем союзникам в радиусе 7 метров физический урон. Ну да, да, да. Да-да-да. Потаунтить, да? Потау. Ну, да, да там, блядь, 3 стаков заберешь достаточно будет. ДПС хватает. Или вайпнешься, как бичи. Не-не-не. Неинтересно. Ты поторопись. Да, можно было попробовать. Начальник, ты что? Ну, давай, будь здоров. Увидимся. Кормите, пожалуйста. А, рыбка. Кто босса танчит? Юля. Так там кто-то орал уже, что хотел потанчить босса. Не дают. Не дают? Mm-mm. Ну и правильно. А мазек лобами видишь? А призыв поставишь этот тем на турнизист? Сейчас исполню все по высшему классу, как говорится. А что это за щит такой прикольный? А, это с этого. Это снеговика. Да, красивенький. Да, сейчас попробую. Поторопись. Бутылочки, бутылочки. Ты правильно выруби, пока в вабаме сидишь. Окей. Слышишь, надо им сделать было не по времени, шок небес. Надо плевать, алло. Надо им сделать было, чтобы заряды были шока небес, типа 5 зарядов там. Вот эта хуйня по времени, хуйня полная. Нормальная тема. Ну, заряды было бы вообще кайфово, да? 5 ну, зарядов. Заряды, да. Шимба. Типа, чтобы ты не задрачивался, чтобы дал, когда тебе выгодно, а не так, блядь, сидел, спамил лихорадочно, блядь. Да, по пол челиком. Не, ну ты же считаешь их все равно. А так-то да, блядь. Не раньше вообще ну, имба было. С мало стало. Вы что, сука, степы? 2-8, карбонара. Бичи, блядь. Да, мы бичи ебаны. Понял, блядь. Ой, ты как там себя чувствуешь? Нормально. Тебя а карбонара, чё? Блядь, перехиливает. Так а чё тут хилить-то, блядь? Я понял. А я бегу такая вся, у дочи габа. Мне кажется... Лужи пей давай. А пью, бля, я как алкоголик самый прошаренный. Какой-то кринж наваливается у нас. Это я. Тыкай быстрее, право-лево двигайся. Если серая кнопка, то ты не пьешь лужу. Так я пью, у меня зеленый. Ты плюнул? Плюнул. Теперь плюваю. Нету там плевка, нахуй. А я плюнул. Никакого плевка. Я культурная девочка, я не плюну. Не мама, да. Говорит, только зычки так делают. Угорают. Чего делаем? Защику? Да, зычки. На свидание обязательно. Если нет, турне то. Тормозните по боссу. Берегитесь. А я плю. Красного ебаните. Вот эти лужи надо ему выпить успеть, и только потом уже перейти. Стасик, беги! Пизда Стасику. Вот как это лужу допьет, так переводите. А я пью. Все сильнее по боссу. А то следующий лужи кинет. Дайте ему въебу.
Я вам задам. Вот, можно, пожалуйста. Можно я ему раз ёбну? Мне кажется, я знаю, кого мутать надо. Я тоже. Кого? Тебя. Сержу? Нет. Не, Сержу, да. Конечно, да. Нет. Сержу? Да. Что, гомосек? Нет. Гомосек, я уже замутил. Да. Неправда, я знаю. Нет. Я еще. А хули, вы встали, где попало, блядь? Ну, лужи вот тут надо разливать у стола, а не там, где вы стоите. Вот сюда, достаньте звезду. Куда вы встали наперед-то, блядь? Ну, что вы там делаете? Звезду видно? Вот, отлично, повезло вам. Теперь сюда встаем. Так, ну и все, там дотанч, на трех. Отойдите пельмени. И вернемся обратно. Гэндальф, как дела? Да, отдай же ты жаль. Прекрасненько. По кайфу, главное, чтобы было. Лужа. Самый лучший АБ. Вот она, Лёха, вот она. Колбочка. Ну, гамазеку, я думаю. Я две колбы возьму. Кого? Давай, я обычную Егерну настену. А тебя можно с двумя гонять? Я бы потестил. Нет, не оденешь. Бля. Она уникальная? Да. Как я. Уникальная. Не падает. Спасибо большое. Нужно. Косарь голды должен. Череп тоже уникальный. Да, его можно таскать. Нет. Да, отдам кому-то. Зачекать. Мне кажется, можно. Не ведись на это. Не, нельзя. Да можно. Ну кинь, дай мы проверим сейчас, блядь. Не, я тут. Можешь у Вилани скинуть, я отдам обратно. У меня есть колба. Так что, кому давать, не давать? Наебывать? Я не знаю. Да, я Ледрин. Не знаю. Аккуратнее, у тебя Power Spell есть? Вы меня обманете или нет? Случайно что-нибудь кликнут, вообще забей. Говорите сразу, вы меня обманете. Вы меня обманули. Да, у меня геровская, нахуй мне. А, ну смотри. Да нельзя их две носить, блядь. Вы что, укурились? Ничего. Ну тогда черепы тоже нельзя. Вот тут черепа я два одевал. Вот. Каких? С обычки из геры череп? Да. Ладно, давай, откроем. Выборы работают тоже. Ладно, давай, не, чисто... Нельзя. Чисто по приколу прочитаем описание предметов. Так. Леди Смертный Шепот. Читаем. Череп, аксессуар, уникальный, использующий. Ну-ка, героик. Тоже уникальный. Нет, он просто уникальный. Вот смотри, фишка в чем. На героическом написано «уникальный». Она обычно написана уникальный использующийся. Наверное, из-за этого. Все поменяло. Смотрим. Колба тоже просто уникальный. Смотрим колбу. У колбы сейчас. Смотрим колбу обычную. У нее написано на обычной, уникальный. Это означает, ее нельзя одеть с Герой. Смотрим Геру. Надпись. Уникальный. Те, где надпись одно слово уникальный, значит их нельзя одеть с другим уникальным. Вот. А уникальный использующийся можно одеть с уникальным. Вот и все. А что ты прыгаешь? Ну это был гайд. А что, ну раз два черепа можно одевать, значит две колбы нельзя одевать. Уникальный использующийся, это который ты используешь. Ты что, уникальный, что ли, дурак? Это который, блядь, получил тебя. Череп поп уникальный используешься, а череп гир уникальный, и их можно носить вместе. Да, я только что это сказал, блядь, если ты не слушал. Ну, гну, блядь. А на колбе на той и на другой написано просто уникальный, блядь. Это значит, их нельзя вместе одеть. Да отдай ты ему, пусть попробует, в руках подержит. Да нельзя, я уже проверил, блядь. Я только что описание предметов прочитал. 10 минут уже, можно, нельзя. Ребята, Боба. Редактика, мы ему пиздали. Это был... Это был гайд на использование аксессуаров. Давайте. Это же непонятно, что ты сказал. Спуститесь в комнатку, пожалуйста. Вайп. Спуститесь в комнату, пожалуйста, ребят. Будьте человеком. Ты давай это, Магро набирай там. Да я мощный, я вот. Я вот где в небе сдал. Я тут.
Может тактика первого убивать будем? Хорошего надо. Зачем? Ну, он мне два раза уже пету через шаду степ убил, охуебал. Shadow take us. Revenge. Бам, минус. Пал как женщина. Я в сапе, кстати. Хил меня, а то сюда. Ну, Юлю резать, ёп, вошёл. Меня. Кажется, кто-то курит. Нет. Мне кажется, надо, блядь, типа. Уже похуй. Ёбаные бичи, блядь. Вам хоть говоришь, резай, хоть похую. Ребят, ну вы что? Первый раз. Ну, слава, топор в руки и лежит, нахуй. Блядь, а вот диван. Ну понял, блядь. Мы сношались первый раз. Чё там, как дела, нахуй? Чё-то агрить не умеем или чё? Или может учить надо? Или как, блядь? Или вообще не вкуриваю, чё происходит? Или контроля нету на кнопках, сука, ни у кого, блядь? Изгнание зла, гнев небес, нахуй. Станы, блядь. Что, блядь? Или как, блядь, я не могу понять. Чё, играть нельзя? Ну, нормально? Почему мы должны вайпаться на трэше? Это минус 15 минут сейчас, пока люди добегут, нахуй. Просто, блядь, почему? Почему? Вальку с пулем. Вальку с пулем до кучи, блядь.